И это третий день. Заключительный нашего путешествия. Мы решили опять вернуться на клиффы, потому что сегодня хорошая погода. Ветер есть, но светит солнышко. И мы на этот раз уже приехали на другую часть клиффов. В самое начало. На карте покажу. Где мы? Отсюда вот начинаются клиффы. Сейчас посмотрим то место, где мы вчера были. День два. С другой стороны. Ну, это вот поворот, это начало Мокера. То есть самое-самое-самое начало этих скал. Впереди у нас только обрывы. Перед нами. Ну вот так, ребята, выглядят со стороны самые знаменитые скалы Мокер. Утесы. Клиффы, как их только не называют. Все-таки красивые обрывы. Класс. Реально красивые виды и опасные склоны. Ребят, вы можете представить, что этим камням миллионы лет? Ну вот и дошли до самого низа практически.
Травка мягкая. Вот ветра вообще нет, а супер. И как вам вот такое вот? Все, это самая крайняя точка, до которой я пойду. Дальше уже спускаться вниз. Я не хочу, ветер. Так что на этом, в принципе, все. С вами был Юджин с Ирландии. Приезжайте. Будем смотреть это вместе. Мы поехали домой. Довольные, счастливые. С огромным багажом впечатлений.